Палатки. Каски. Играем в русскую рулетку. Кого возьмет в контроль первым? Коника. Кого убьем первым? В авиалинии два раза закрываются. Короче, первую фазу будем по старинке. Потому что второго шала нет. Здесь минус протовар, тут уже сколько дискомфорта. Мы можем перед перефазой так сделать. Мы можем вагу на портовар разогнать. Рэпик нужен. Вага, вага. Чего вы до ваги достали, а? Хватит нам на арене протовара. Протопала, точнее. Второй, танки да. Грязи не боятся. Второй раз. Так. Вага. Кто помнит, как Вуду сделать, чтобы он в бою не двигался? Я там ревностный шип. Да. Блять, ну дот это сходится с меня. Я стопал, если чего я, так что. Че, Леш, точно я не нужна, а то там что-то тебя не дисплейлят? Печать инквизитора и блядь. Кстати, печать инквизитора. Шел брил не диспелит, и больше никто не диспелит. А зачем? В каком смысле? Ну, видишь, раньше Элбрил мы с тобой вдвоем диспелили, а теперь ты один остался, вот группу стал. Нет, видишь, ПВП печать инквизитора работает. В каком смысле не двигался? Типа не было вот этих панель 1, панель 2, панель 3. Да нет, просто чтобы это не передвигался во время боя. Бывает, что цепляешь ты, и он сдвигается, ну, куда-нибудь, смотри, уходит, может вылететь. Справа на миникарте тыкаешь правой кнопкой. Ну да, да. И это через shift. Протовара. Не-не-не-не. Протовара разгромили. И правой кнопкой на воду тыкаешь на миникарте, и там будет закрепить панель. Угу. Это что получается, Бродовар пал первый? Сука, это фурик вообще-то. Сейчас как спекнусь, блядь. Какой фурик? Это Бродовар. Это фурик. Ну, в смысле, спек фурик. Просто захерачили меня, прикинь. У меня просто мышка. Там на левой кнопке мыши еще встроена еще одна дополнительная кнопка, которая как бы делает двойной клик, чтобы открывать папку быстрее, к примеру. Там... Вот. А она не двойной делает, а она кликает постоянно. И получается, я ее зажимаю просто и вожу по всему рейду мышкой. На бегу там или еще что-нибудь. И щиты раскидываются с максимально быстрой скоростью. Боже, это что за пугало? Как автокликер получается в мышке встроенный. Пролагивает. Про товара пролагивает. Значит, сервак. Шивы не нажимается. Прикинь, если в контроль про товара возьмет, я на мобов шивы дам. Охренеть, это что, такие типа совы могут быть? Офигеть.
изи. Короче, скажу так. В рейде пару вагонов, которые с третьей категории. Короче, правильно, да-да-да. На Пуркуа, на Мане. У всех первая, вторая, да, вообще не помню. Уже скоро. Протовар-то не считается вагоном. Это ты, Лёх, намекаешь, что они должны оплачивать сопроты всем, да, говорите? Не, просто чем больше сопрот, ну, чем выше таты, тем больше сопрот. Чем больше, ну, само собой. Чем выше випка, тем еще выше. А чем больше открыли бы сейчас вне категории, было бы вообще офигеть. Чтоб была випка выше, и это, и, блядь, чтоб было супов больше, надо убивать Солана. Просто. Там 100 бонусов. Смотришь уже и премиум, блядь, этот не премиум, випка выше. Выше, блядь, этот. Месяц поставок, выше категория. У кого-то тренер с каракер нормальный. Уперся. Евка! Вот мне сегодня дохуища людей пишет по поводу, блядь, всякой хуетени. Тебя, наверное, троллят просто. Я сегодня, когда по гильдиям спрашивал, пишу в легиону Фирчелику. Он мне говорит, а зачем ты вообще будешь тратить голду? Вот вы сейчас закроете ОКХМ, тебе голда понадобится, а ты ее потратить. На что она тебе понадобится? Ну, логично, тоже... видишь? На что она тебе на гема? На гема? Какие гемы? Чередовики гема, дорогие. Гема нужны. Ты чё? Ну, чередовик плюс еще полиролька плюс шар, пустота. Ну и красный полиролька, кстати, 4000. Такое ощущение, что ты будешь, блядь, сразу все шмотки менять за один проход ОКГР. А печенька с хвоста только падает. Так, а у меня вообще прикол в том, что мне только печеньки нужны и плащ с ласта. А это ласт будет через... полгода. А что, с каждого босса печеньки не падают? Конечно нет, только с ласта. Что ну, там делают? Ну, что... переделают, скорее всего, потому что что-то как-то неправильно, да. Скорее всего, блять, если три месяца убивать одного босса, тут с него должно, блин, всем по печеньке падать сразу. Да, скорее всего, как в обычке будет, так же с робота тоже падать будет токен. А чё, девки нету в рейде? Его сегодня не будет, он говорил. Там такой транс на сову прям офигенный. Да там Дженуэн не откажется, не волнуйся. Вон, Дженуэн пусть только себе транс делает, будет бегать у нас в рейде. Чё за транс? В дис и скинул. Просто пугало. Сегодня по старой тактике первая фаза, на второй фазе, короче... первых адов через ШВшку. Там дальше будем думать. Да через одну и башен, да и все. Там купол ШВ, короче, первые ады. Я думаю, в этот момент уже первый должен сливаться. Вообще не... нет. Так. Раз, два, три. Старая это та, которую мы по кругу видим? Да. Ну, шивашки в том. Полин, у тебя есть только один шанс. Так. Ставлю. Звездочку. Печень. Так, по кругу. Так, короче, по хилам. Звездочки. У нас будет... Полина, Полипал,
и Мосса. Плюс Элбрил. 4. Это Прости, Матиола, вы по печеньке по дальнему кругу будете бегать. Дальше. По РДД зоне. На дальнем круге. Ну, то есть, чтобы вам проще было контролить все локи, за исключением Делоруса. Делорус вырежет. Дальше. Биг Баббл на ближнем. Все остальные РДД на дальнем. Будете подбегать там. Этот, милики все, естественно, под боссом. Под боссом. Каст пошел, перья перебежали вперед. Так, первый Кават, второй я. Вот там немного подстрахует. Вас сколько? Это, вы с Каватом, Монород, он что, диспелит, да? Да, Монород на диспеле. Этот, подстраховывать будешь там, если... Ну я, наверное, знаешь, наверное, вот у меня ШВ, когда я это буду забирать у вас, и после крик давать, и как уже откдешится, скажу как-то. А то без дефа, в смысле, нет метаунти. Да, я понял. Ну, под дефами будешь забирать, когда деф даешь, забирай. Так, Тема, народ, давай я тебя продиспелю и стаки глыбы с ним. Ой, да, стрим, да, отдыхай. Следующий. А? Стрим, выключи, отдыхай. А что, сюда пуги могут зайти? Нет, могут. Не могут? Нет. А, ну ладно. Сзади стол стоит. Так, рыбу ставлю. Ставила рыбу. Так, что, мы короче, будем я вот думаю, просто что... Что с Прости? Релок вроде писал. Туман, короче... Он написал, что он фулл релок делает. Скорее всего, перезагрузку компакта. Ну, базар не знаешь. Так, ну, дальше. Короче, сумоньте локи. Тоже поконтролит. Пока что. Стюха не работает, блять. Грибу плюс пишешь, он берет тебя в рюк. Лех, я в ДД? Да, ты в ДД. Окей. Все, сопроты пьем. Кто готов на сонку? Кто не готов, бафы. Ну там будешь тоже ШВшку давать под взрыв. Если видишь, что дохуя мобов заходит, будешь отдавать ШВ. Где Прости? Лёх, мы в печеньке, да, стоим там толпой? Нет, ты в звёздочке сидишь. В звёздочке. Блин, тут так херово видно всё это будет. Каст перебежал вперед, каст перебежал вперед. Если никто вперед заранее не бежит, то все на. Монород. Да ее видно. Если вы включите графу нормальную, ее видно, то вот. Типа видно взрывы лужи. У Монород это будет не видно, это 100%. Блять, я его посмотрел скрины. Жайный, блядь, то он даже ледяного пола, блядь, со своей графой не видит, блядь. Прости, готов? Ща, рыбу поем. А чё столько в звезде стоит РДД? Все остальные РДД стоят в печеньке. О, метеола только. Чё, ну-ка кыш отсюда. Так, я с метеолой на внешнем, да? Да, сова туда. Все РДДшники, все туда идут в печеньку, кроме Делоруса и Биг Бабла. 4 хила, Делорус, Биг Бабла остаются. Чтобы им не мешали, и прохил бы. А вам, на, дальнем... А вам на дальнем круге будет этот легче. Сопрот обязательно выпейте. Еще раз даю проверку.
Сум раздаваку. Блядь, чё раздавака? Тебя вообще делает. Его суммонили. Дайте сум по раздаваке. Напоминаю, что все забегаем на последнюю платформу. Платформа номер 4. Кова, ты на первой, я на второй, Монород третья, Войт четвертая. Начинайте бить четвертого Алара под бурстами, под всем сносите. Еру вначале не даем, Еру будем давать на первом этом. Что прожимаем Алара без бляди. Вот этот что ли, здесь который? Да, вот, возле который мы. Вы бежите не туда, а вот сюда, и четвертую форму. И под бурстами, под Ерой, блядь, сносите первого на четвертый здесь. Мосса, Кирс, раздавак. Блядь, кулак раздаваки. Мосса готов. С нами туда бежит, если что, Лел, блядь. На какую Ростя платформу? Ростя, подбежишь, короче, с нами туда, встанешь между три первой и второй платформы. Элбрил, оставайся тут, абсорби. Все, все здесь, все готовы, поехали по готовности. Все, погнали. Раз. Перебежали. Спылим. Раз. Заберешься? Да, забрал. Хиба умри. Моба. Забираю Ишива. Рано дальше. Моба. 3 секунды еще. Ё, вот ты даешь шевешку, блять, мобы к боссу не доходят, тоже шевешку. Ну, блять, минус 4 ложи. Что ты делаешь вообще? Блять, мобы пошли, мобы. Мобов нету возле босса, ты даешь шеве, блять, шеве проходит. Мобы только после этого доходят. При этом ты босса вообще даже не отводишь. Потому что уже, блядь, шевой нету на рейде, а ты уже мобов, блядь, босса даже нет. Лучше стой, блядь, в стороне и давай шевешку по команде. Хуйня, получается. Чё мобы такие замедленные? Ну я центральных в щит в них кинул, чтобы не шли быстро. И которые близко подходили, там. Да не надо, блядь, так переконтролировать моба. 4 моба там могут идти быстро. Не надо их заставлять. Только точечные контроли. Типа стана 5. А именно замедлением. Замедление может быть только тогда, когда они уже подходят. Му их дохуя. Ставлю рыбу. Женуэна 8 FPS, не очень сильно лагает. Даю проверку.
сонку все остановимся. Касочки раздай. Кромбику подойди, я тебя даже не вижу. Мост здесь. Все, все здесь. Сон, становимся. Все, погнали, батоны. Перебежали. Быстрее реагируйте, говорит. Все нормально реагируйте по вам урону. Могу забрать. Завис. Как? Чёрт. Иди. Всё нормально. Забираю тебя. Пускай доходят, не трогать. Не было перьев. Ну, пустите так, да. Ну, порос хорош. Очень рад. Пускайте. Пас. Ну, чё вы там, блядь, вложили, да? Дебафы. Могу забрать. Выбирай. Нет, активно. Да. Ну ты не работает. Аст, прибежали. Кто там, блядь, наперед забегает? Фух.
оба. Пускай, пускай, пускай шивы. Да всех не надо, что. Ходи. Сейчас скинул. Босс активный. Через. Сейчас заберу как. Забирай полтос, прожил. Два, пускай идут. Сегодня по боссу работаем. Благодаря. Пускайте. Да. Моба. КДШ, выясни, чё? Могу забрать. Хорошо. Да хуя могу. Масаку дам. Забирай я Масаку. Одно по контролю. Каст, каст. Бежали. Мобы взорвутся. 30. Ну, блять, хули вы стоите, милики не перебегаете. БР раздайте. Давай-ка сам. Село выжимаем. Все скинуть. Сейчас хлопнут только, под хлопок не встанет. Просел. Все, скинули стаки. Босс активнее, там босс приводит. Сейчас босс приводит. Все по боссу играют, раз. Сейчас появится мобы, будет жопа. Давай. Все, мобы приводятся. Стопайте, стопайте по боссу. Дал шве. Третий босс. Хлопнуть босса, босса, третий. Сейчас берса будет. Короче, пошли по платформе, каждый по своей. Прохильте рейд на фул зашел, дуйте. Народ, кто там, блядь, в коте бежит сюда? На это. Женой, блядь. На четвертую платформу должен, блядь, бежать. Что тут делаешь, блядь? Иди на четвертую платформу. Встали там все кучно, блядь, все это ТБД зоны. Ну, можете, в принципе, раздать. Просто это. Меня тут не надо. Видите, Феникс. А под Герой как бы говорили, да? Феникса, блядь, где Гера, блядь? Ну я объяснял, полили Геру там. Против ребят тоже. Раз. Герия, перья идут. Перебежали. Потом все сбегаете. Че это за хуйня? Я уберу купол, ты ШВшку дашь, как игры. Локи законтролить все твои игры. Да ладно. Ой. Меня дебаф съедает, нахуй, не могу схилить. Да ладно, прожми. Какой тебе дебаф съедает? У меня кинулся знак огня. Каст! И АУЕ меня пиздит. Я себя хилю, я себя не прохиливаю. Какой дебаф у тебя был? Знак огня, который должен диспелить друид. На минус хил. Плюс сверхновая меня пиздолит. Я в себя кастую грейт хил вообще, ну. Чё там подох войд, блять, пони, кого что? Да все подохли. Это самая усталость, короче. По-моему, он только кастует фир, да? Один из фениксов. Да чё никто не диспелит? Да чё подохли, блядь? Почему прохила не было? Ну, очень просто всё. Который феникс усталость, он кастует фир.
во время фера, чтобы его не слить, надо отвернуться от босса. Правильно? Ну так а чё вы не отворачиваете? Вот, этого не знали, никто не знал. Так, в смысле никто не знал, блядь, уже тысячу раз ну, объяснял. Ну так, 5 раз зафирились весь рейд. Вообще стою мордой в стену. На рейде, ну, блядь, мордой в стену, хилы стоят и хилят, блядь, в чем проблема? А простя, если один пойдет, то кто-то должен еще идти и диспелить это или сова, или хил, редру, наверное. Пока что нет, этот... В чем проблема, блядь, про хила? Ладно, никто не диспелил. У вас 2 рестор-друида. Женой, от какого хуя ты на второй фазе не диспелил? Где, блядь, ебучий диспел? Почему ты забиваешь на первую платформу, хотя должен быть на четвертой, блядь? Ну вот, обнуляйте рекаунт на вторую фазу на Фениксов и смотрите диспел. Первую, я думаю, дайте должны уже проходить нормально. Почему не спать? Рыбу ставлю. Я бы от гевки не отказался в этом рейде. Сейчас зайду, с клиента выкидывает. У вас 2 рестор-друида, блядь. Один может подиспелить. Кстати, по поводу этого. Фарада, блядь, ты тоже в рейде можешь диспелить. С хилом. Там стоит Женуэн с 11 тысяч дамага, который... Женуэн, блядь, тоже диспелит. Короче, Мосса, еще смотри. Ты вместе с Прости пойдешь... хили танков между первой и второй платформой. Будешь дебаф снимать. Если на тебя будет вешаться, похую. Типа ты заодно будешь Прости снимать. Я диспелю с Монорота, когда мы бежим туда, потом эти стаки скидываю. Монорот это первая фаза. Монорот на второй фазе не может диспелить. Я диспелю с Монорота, когда мы бежим на вторую. Нахуя? А ты предлагаешь ему идти танчить со стаками? Так а чё стаки делают? Прочитайте и дебаф вот. Стаков, чё там? Вот. Вот. Так на тебя минус от хил. Там не по тебе минус от хил, у тебя минус от хил. Дебаф делает. Сам дебаф ещё дамажит. Если танк будет получать от дебафа еще дамаг, его просто по хп. Скажи, ну он что не может диспелить по народу. Я диспелю и скидываю с себя сразу глыбой. Я диспеливаю 10 стаков и скидываю. Короче, я знаю одно. У меня, блядь, на этот. Там гриб при инвайте. Этот. Я знаю одно, что, блядь, у меня есть 2 рестор-друида, сова, блядь, и мах. Которые могут на второй фазе диспелить. Кроме вас это никто не сделает. Я вот сейчас подумала, вообще по хп поднять не могла из-за этого дебафа. Я думаю, на что... На второй фазе скидывать вам, блядь, эти дебафы не получится. Мне будете постоянно под ебучими дебафами. Мне кажется, что с Прости должен либо Эрдру пойти, либо Сова. Ну, Эрдру лучше, наверное. Мосса идет с Прости между первой и второй платформой. Я уже, блядь, сказал эту. А, ну вообще. Дальше, на эти. Между, блядь, четвертой и третьей платформой становятся хилы. Элбрил, этот, Матиола, Колипал и Рестор Шаман. Думаю, вчетвером, блядь, должны прохилить. Спокойного. Ну, не очень хорошо поднимается, блядь. Ну так, блядь, вы когда взрываются мобы, просто вместе сбегаете в кучу, блядь, к хилам желать. Будет все заебись прохиливать, когда мобы взрывают. Это первый нюанс. Дальше, следующий. По поводу, блядь, тебя не прохилили воет или что? Да что, ну фир, я говорю, они все зафирились, блядь, весь рейд, все. И упали все. Так, блядь, короче, хилы, вы всегда на всех, блядь, фениксах. Лицом в стену стоите, блядь, смотрите на этих ебучих фениксов. Ну я прочитал, должен... усталость вроде было. С вас должен быть, блядь, прохил. Дальше. По поводу миликов. Идет каст, отвернулись, блядь, фир прошел, дальше повернулись, дальше бьете. Тоже да. Вроде ничего слов. А одна лужа под боссом, это как бы не критично, но, блядь.
Наверное, надо выносить, наверное, да? Когда перья идут. Ну, конечно, надо выносить. Вот какой-то мелик под босса разлил. Это хоть и не критично было, но, блядь. Видите, а кто, блядь, под босса разольет, я, блядь, начищу. От лужи увеличивается процент дамага от фаерш. А, ну вот, тем более, значит, нельзя. Чё, Кикерс? Сейчас, погоди, меня выбивало просто с игры. Короче, выйдешь со ста, с НТС. Сантей, твоя задача, о, 5 локов. А чё, до скольки опустили, Лёх? 5 локов, короче, 5 локов дают бан, только смотри, не перебаньте, хуй знает. Так. Я не видел, насколько опустили первого, но там, блядь, всё хуёво прошло. Угу. Там, блядь, на первых мобах рейд подох. Это как вообще, если есть, блядь, по манне, чё у кого как было? Души. Я более-менее еще держался. Там гимны есть, если что, дадим на перефразе. Ты готов, Коника готов. Астан не работает, а уешь. Коника готов. Где Коника? Лёха, по куполу мне некогда там вообще отслеживать. Если что, озвучишь секунды за 3. Блять. И я поставлю сразу. Я не вижу, что там творится вообще, блядь. Я тоже, там без жопы было просто. Блять, я скажу. Если бы я мог бы, блядь, находиться там, блядь, спокойно бы сказал. А так я не могу. Купол там еще на экране не появляется, я его на панельку вынес, поэтому как бы, как скажете, через 3 секунды вот он будет стоять. Коника козум, блядь, чего не хватает? Тут пошли. Коника. Писал что? Коника здесь? Чё за херь, блядь? Даже не предупредил. Ага, начистишь сотый. Для начала. Вы, блядь, чат, блядь. Его не вижу. Вылетел. Давай Кирса за место него. Хотим. Сумать Кирс. И конь зашел. Все зашел, когда не надо. Он тут на подходе. Все, все готовы, Санте, Женуэн, речь. Женуэн. Женуэн здесь? Санте, все здесь, поехали, потом. Активнее ДПС, ваши ДПС меньше, блядь, времени первого хайда.
Даст. Прибежали. Спрейдер. Прибежал. Забрал босс. Контроль мобов. Сверху. Сука. Да, забегали все. Ребут или что, или у меня интернет? Да, да, все, упал. Ебут, ебут. Ты дота. Скажу, покурим. Чем-то робот мне напоминает части Джайва. А на звездочете там, блять, я, короче, сделал звездочета. Там, блять, такая анимация. Там графа надо хорошая. Там все сверкает, блядь, как на этом. Как шторм, блядь, на первой фазе на джайве. Но опять же, я типа протопалом долго же не проживу. Без хила, блядь. Так, Санте, Греча, жена нас. Первую фазу стабильно будет переводить. Так, поэтому. Меня больше интересовала та была. Просто у нас сейчас под один взрыв мобов есть ДФ, а второй нет. Втором надо будет переводить во второй фазе. Я думаю, что за один взрыв мобов мы должны Герой будет. Не купол, может еще где-нибудь в начале сдавать там, нет? На первой фазе он через 3 минуты там откдешится все равно. Блять. Сова. А, жена. Все тут. Сову поднять, ладно, он падает. Это мы будем. Ложи, давайте диван. Ну. Лёх, у меня 20 минут осталось. Всё, снимайте диван, давайте. Четвертую платформу. Ставлю. Типа оно идеально получается. 5 слопов бан, 5 мобов там заходят в босса, ШВшка была. Там локи чуть-чуть отпускают. За это. Все, бахар. Он бы. Манули. Кто готов на. Первого зерна, да. СС локи. Дать. Все готовы нам. Ну надо.
все готовы, давай, погнали. Опа. Первых два, кстати, да. Пускай, ну что вы делаете? Да, ничего. Могу забрать. На мод, да? Так, ты спали? Забрался. Всех мобов, всех отпускайте. Правильно. Два задних. Против. Все вы, нормально. Кончик. Кончик, где ты, блядь, лагерь? Я лагаю. Так а хули ты, блядь, не сказал перед пулом? Я во время пула залагал, Лёш. Так, блядь, не можно было сказать? Хил подошел, типа. Ну, мы забираем. Дай мне. Контроль человека. Не трогай. Парочку пустить. Парочку. Пускайте всех. Кафтан. Пускай, вот. Пускай. Массар. Зачем всем? Могу забрать. Пускайте два. Двух мобов пускается. Да вот тебас. ШВшка есть, дальше? КД. Контроль, ведите. Тут два там. Две секунды ШВ. Еще проводим. Короче, даю парочку пускай. Все равно контролить.
но нормально. Нормально. Все, пускай скинется 2 секунды. Речь УПР Сиола. Пускай идут. Одному стан дам. Все, забираю. Пускай идет. Раз. ШВ уже не будет, я на Феникса на маленького ставлю. Контроль. Идет массадка, да? Да, ну пока двое подходят нормально. По ситуации, короче. Смотри. Раз. Иди. Четверт. Кстати, те будут против его. Блять, тут. Я там стану. Пускай идут. Пускай идут боссы. Одному боссу. Сейчас перепазы. Пускай, пускай. Ладно. Один пожар. Ну хити. Моба. Фаза. Фаза, нормально, всё заебись. На фазу. Идёте там на 3. А народ, притормози немножко. Какие-то речи кто остаёт там, блядь. Огонь же будет. Фу, сука. Кто там? Иннеры, дайте по хилам. Иннеры, отдай. Плюс. На пул, на войда. Хилы в стенку, ты. Я ротся, да? Геру. Первый пупал, получится. Похильте на ворота. Вперед бежали. Килы вы, блядь, стойте вперед. Перья летят! Чё, блядь, боссу-то раньше времени бежите? Вернулись. Крик. Каст пошел, каст идет, каст перьев. Выкинул их. Вернулись. Да, ебать, у вас проблемы, по-моему, с фокусом босса, да? Народ, давай ШВ это. Ставь купол, ШВ. Хоть моба. Контроль тебя стоит. Да. Не, залупа. Это всего 5 зашло. 5 мобов. Да, я понимаю, 5 мобов. А простите, на тебе есть 5 стаков? Вот эти были сейчас? Конечно, они меня и ёбнули. Они по фул комнате и башни. Перья полетели. Ну, смысла? Ну, блядь. Получается, тут как бы до ШВ не ШВ, до пизды. Как бы. Получается, что их надо по 2 хлопать вот так. Потому что он на фул комнату идет. Там ШВ это до пизды, она не достанет до прости. Они далеко стоят. О чем прости я за деф? Да как хули тоже... там деф? Да не, там все равно влетело пизда. Что? Все равно влетело много. Там, кстати, почему-то крик Феникса с другой вообще платформы достает отсюда, и там мелики постоянно в дизарминге. Ну так поэтому надо отворачиваться от всех фениксов сразу. Дизарм так был сейчас на этой платформе. Что, вроде отворачивался? Сейчас была ярость и дизарм.
Какая сейчас, как назывался четвертый сейчас, который я танчил? Ярость. Понимаешь, там? Окей. А чё, если отвернуться, то не будет дизарма, да? Да. Вроде отворачивался. Значит, да? От всех криков... РДД вообще могли не отворачиваться сейчас. А на сколько секунд дизарм ты увидел? Там, понимаешь, ты не угадаешь, ну просто... Короче, усталость это, я как понял, фир, да? Да, да, усталость фир. Все, если видим усталость, значит отворачиваться, нет, тут убьем. Ну а пуха так-то, если скидывается, то статы с нее тоже минус, да? Тоже можно. Мне пофиг. Вага на сколько? Рыба. Почта. Давайте, давайте, больше траев, больше поймете, быстрее врубите, бьем быстрее. Да я там сопли мну.